Красночитайском районе зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом. Рабочая группа республиканского оперативного штаба разбиралась в ситуации на месте. Большая часть заболевших в Красночитайском районе – медицинские работники. Этому есть объяснение. Инфекционное отделение районной больницы, кроме жителей муниципалитета, обслуживает пациентов, живущих в Шумерлинском и Ядринском. Медучреждение рассчитано на 60 коек круглосуточного и 36 коек дневного пребывания. Медики, они на передовой. И вот те 109 человек, которые вообще заболели у вас в районе, они куда пришли в первый раз? Они пришли в больницу. Нельзя медиков переводить в разряд людей, которые стали причиной. Они стали, по большому счету, так как были на передовой, жертвами в первую очередь. Наши специалисты посмотрели соблюдение санитарного противоэпидемического режима, использование средств индивидуальной защиты. Однако нарушений, которые подтверждают о том, что распространение среди медицинских работников произошло именно в медицинской организации, они не нашли. Постепенно источник коронавируса переместился с больницы и общественных мест в семьи. Так, в районе сейчас зафиксировано 72 семейных очага. Мы знаем, что человек заболел. Мы знаем, что они живут пятером. Но вот как их изолировать, этого человека, от остальных, мы пока просто не можем решать этот вопрос. Потому что они живут в одном доме, под одной крышей. Соблюдение домашнего карантина специалисты районного Роспотребнадзора должны отслеживать по геолокации. Однако с выписыванием предписаний на самоизоляцию здесь сильно запаздывают. Так, в телефонной базе номеров мониторинга передвижения людей оказалось всего 19 человек. Только за эту неделю. Плюс 46 человек. Да? 46 умножаем на 3, это 100%. Вот они сейчас, 46 человек новых. Предписание должно быть плюс 120. У вас минимум 200 человек сейчас должно быть в базе, кого вы должны отслеживать по телефону. Безусловно, в такой ситуации надо чаще дезинфицировать подъезды жилых домов, транспорт и магазины. И ссылка на нехватку санитарно-гигиенических средств здесь неуместна. По примеру Ядринского района. Там мы полмиллиона сразу выделили, здесь также выделим. Не переживайте. Нарушение особого режима фиксировали и в прокуратуре района. Мы сейчас вскрыли такие факты, что работник учреждения, фактически зная о симптомах, получается РВИ, продолжал дальше выходить на работу. В указе главы прям четко написано, что при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо самоизолироваться, то есть уйти за рабочее место. Уровень самодисциплины очень низкий. И вот, что касается, вот, опять же, ношения средств защиты органов дыхания, не всегда в магазинах у нас и сами граждане носят маски, и такие факты мы выявляли тоже. Наряду с выделением дополнительных денег на закупку дезинфицирующих средств во всех публичных местах будут вывешены предупреждения о наложении административных штрафов на граждан и должностных лиц, нарушающих особый режим. Суммы значительные. Есть надежда, что жители наконец-то осознают ограничительные меры, берегут их здоровье. Рифат Фаткулин, Николай Скворцов, Республика.